Ваше Величество, с великой скорбью и сожалением я возвращаю вам ваши подарки. Боюсь, что они слишком красивые, я недостойна их. Кажется, я не давала вашему величеству повода для такого подарка, ведь я ничто, а вы все. Подарите их даме, более достойной внимания вашего королевского величества. Я уезжаю в свой семейный замок, Хильри. Человек, с которым вы предан. Кто он? Мой брат Джордж. Возможно, вы не понимаете, но я не могу спать. Едва дышу, постоянно думаю о вас. Ваше лицо все время перед моими глазами. Еще немного, и я смогу пожертвовать королевство ради одного часа в единство. Умоляю, назовите место и время, где мы сможем встретиться, где я докажу вам, что моя любовь вполне знает границ. Попрощайся с непорочностью. Я вам обещаю, когда мы поженимся, я рожу вам наследника. Ты, дорогая шлюха, я не шлюха. Я люблю его величество, а он, надеюсь, любит меня. Он заинтересовался тобой, как очередной новой игрушкой. Скоро он увидит, кто ты на самом деле, и избавится от тебя. А если нет?